Все работы хороши, смотришь этот канал, да. Алло, это Макривский, всем подписчикам ку, а остальным соболезную. Оригинальный контент, умение общаться с аудиторией. Так, слышите, чё, у меня такой эффект дежавю, что я это уже начинал смотреть. Может быть, я это на прошлом стриме начинал смотреть и забыл просто? По-моему, так и было. Я это включил, но потом куда-то свалил, по-моему, не? Нет, говорят, бля, не знаю тогда. Слушайте, у меня такое ощущение, что я уже включал это начало. Креативный подход. Не, возможно, сегодня просто не нужно было 3 часа спать, тогда бы, наверное, дежавю никакого не было. Ой, это Вован, походу. Не того, что надо зрителям. Да, это Вован Вастер. Да, так бы начиналась прожарка на меня, но сейчас у нас видео про людей, которые научились нажимать на кнопку запустить трансляцию. Прожарка стримеру. Погнали. Этот выпуск не вышел бы без поддержки компании 1X. Быстрые выплаты. Да реально, блин, быстрые выплаты. Все подробности в комментариях. Симпла забанили. А за чё? Есть инфа? Так, смотрю, 2 года ты лучший. Спасибо, Маруся, значит, даже Кексика. За Зина посмотри, кстати, единичка, спасибо. Еще я оплатил комиссию. Чекни нового альбома CMH, я обещал, да, я помню. Геймеркин, Алмаз, Самвел, Денчик. GTMX. Самвел, ты на прошлом стриме сабался, типа, нет? Прошлый стрим был 4 или 3 дня назад. А, типа, он сказал запретное слово. Я вам бан буду давать, кстати, если вы будете это слово дублировать в чат. Перманентный, между прочим. Твич, если что, как бы, ну, за чат пиздюлей тоже дает. В закрепе. Поехали. Так, что ж там будет, интересно, на меня? Я надеюсь, не очень обидно, чтобы я не плакал. Шакзот, спасибо. Твич делится на нормальных стримеров и стримеров-девушек. Мужчина должен за свою жизнь... Я родился. Ой, это Ауди. Кто не знал. К чему ебанул? Ну просто это Ауди, чуваки. Ничего более. Посадить дерево, построить дом и вырастить сына. Девушка же должна засветить жопу на стриме, найти богатого папика и посраться с другой девушкой-стримером. Сексизм. Рамакун делает своей девушке рамакунилингус. Ладно, не смешная шутка, на самом деле Рамакун по мальчикам и бьется в жопу. Не спрашивайте, откуда я знаю. Вова Братишкин легко может найти иглу в стоге сена. Кстати, у Братишкина была девушка, она, грубо говоря, украла его сердце, а он в ответ спиздил у нее кошелек и пару мемов из группы. Диану Райс депортировали обратно в Казахстан. Ладно, на самом деле мне очень нравится творчество Дианочки. Особенно вот этот ее трек о цепи-цепи на шее и поцелую Луи, понимаете, да, вот эту хуйню. Если какой-то стример посрет, то тут внезапно прибежит инсайд и возьмет у этого на интервью. Борода инсайда, кстати, выглядит, будто ее пересадили с груди силиконовой Зины. Да, ребят, если вы хотите, чтобы у ваших детей была такая же борода, как у инсайда, вам придется залететь от Авраама Линкольна. Стример Пестроу очень чистолюбивый и любит, чтобы все вещи лежали на своих местах. Потому одежда у него лежит в одном подбородке, еда во втором, личные вещи в третьем и так далее. Хесус однажды перепутал мочу с яблочным соком и очень разозлился, потому что он ненавидит яблочный сок. В интернете гуляет фотка, где Братишкин якобы сам себе сосет. На самом деле это фейк. Чтобы Братишкин мог себя отсосать, ему придется удалить ребра, как минимум увеличить член на 20 сантиметров и открыть фотку голого Пестроу, чтобы у него встал. Недавно хакер слил голые фотки Аляши. Я же вам сказал, что это не моя фотка. Я ж говорил, что это фэк. Я ж даже две причины назвал, почему эта фотка фэк. Две. Да не моя это. Во-первых, там лысая жопа. Поняли? Это прям, ну, 100%. Я вам отвечаю. Второе. Я бы 100% не смог бы дотянуться до писюна ртом. Это 150. И третье. Я нашел фул. И только в одном кадре он похож на меня. Все. Там что-то... начали задаваться вопросами, откуда он взял эти фотки, кому она их кидала. Но лично я ломал голову над другим вопросом. Она фоткалась на фоне ковра, который лежит на полу, или висит на стене? Папа Карло создал Пиноккио и спросил, чем он планирует заниматься в жизни. Пиноккио ответил, что получит высшее образование и найдет нормальную работу. Но в итоге он стал стримером по Фортнайту и играет под ником Эвелон. А так как он обманул отца, то у него вырос большой нос. У стримерши Рутяша в детстве случилось горе, буква R вышла в магазин за сигаретами и не вернулась.
понравилось. Но во всем есть свои плюсы. Ее никогда не смогут забанить за произношение двух запретных слов на Твиче. Член Дрейниса настолько сильно нокнулся, что даже Смородинова не смогла его поднять. Вот представьте себе ситуацию. Вы пришли после ебаной школы домой. У вас плохое настроение, математичка, как всегда, не сдохла. И вы хотите посмотреть любимый Твич. Но тут внезапно в комнату залетает батя и говорит, что ему надо глянуть футбол. Ну, знаете, эти всякие там Месси, Роналдо, Флейми и так далее. А так как спутников... Слушайте, он... ну пока... Стоп-кадр, найс вообще, да, типа, что там у него падает вообще? Начнем с этого, а второе... Ну, у меня... У меня все мирно как-то, вот, честно. Ничего нового я там... Не оплатил, посмотреть ему надо на вашем компе. Вы, конечно же, не даете ему под предлогом, что будете сидеть на Твиче. Батя такой, вы тофу непон, и говорит вам показать, что вы там смотрите. Ты такой думаешь, ой, бать, сейчас включу любимого папича, сразу плюс реп от бати. Ну хуй там, папича забанили, и надо быстро выбрать что-то из трендов. Включаете первые попавшиеся, а там вот это. Привет, ты еще попусти. Я не... Бля, это такой, вот единственный, наверное, стримершоу, от которого у меня жопа рвет, прям. Ебать, как рвет жопу, чуваки. То есть, ну, блядь, объективно, эта стримерша, она не могла сама по себе взлететь. Я вот, у меня такое подозрение, что она где-то, смотрите, блядь, видосы, посты, короче, в инсте скупает. Или кто-то очень сильно нализывает, потому что, ну, это такой кринж. Я сейчас просто включу продолжение, вы поймете, про что я говорю, если вдруг вы не понимаете и думаете, с чего милую девочку обсирают. Ну типа донатер все ответил за меня, о чем речь? Я нарисовал твой портрет акрилом. Посмотри на него, пожалуйста, у меня в ЛС ВК. Я тебе скинул. Ссылка удалена. Не, ну, ну чисто на разочек можно было, ну согласитесь, да? Но, только на разок. Ну, это чтобы, если бы она ёбнутая, правда, не... Ну, хотя, знаете, нет, я не согласен. Тут даже желания нет никакого, потому что что-то как-то... Я не смотрел ее стримы, не могу утверждать. Но просто, вот, например, я подписан на дохренища инстапабликов, ну, в инсте, очевидно же, это же инстапаблики. Везде там ее форсит, и всякая херня какая-то непонятная, не смешная. Понимаете? И я вот вижу только самые кринжовые моменты вот с ее стрима. Поэтому я вот, ну, делаю вывод, что это пиздец. Ой, не надо мне на полный экран еще врубать. Ты такие милые! У тебя! Такие хорошие! Ну и все, пиздец, теперь ты в... Слушайте, я думал, это как-то побыстрее закончится на самом деле. А оно еще продолжилось секунд 5. ДМК Дэн, спасибо. Ленивая жабка, спасибо. Чек не Hello Sketch, мне зашел, правда, челик помер. Чувак, держи в курсе. В детдоме. Не, ну реально, это типа, когда ты хотела поиграть из себя... Пашген, кстати, сам раскрашивал свою куртку. Сделай голос из озвучки, пожалуйста. Хорошо, я буду разговаривать. Ну вот это, кстати, нормальное. Разговаривать только вот так. Вам так нравится, да? Ну и, собственно говоря, реальность. Одновременно с тем, как на Twitch залетел Крит, залетела стримерша Тендерли. Все гадают, фейк, не фейк, а я взял и спросил. Вот переписка на экране, если что, это не фотошоп, программисты в комментах подтвердите. Недавно две стримерши-близняшки наехали на Крида за то, что он влез в их индустрию и предложили ему сыграть с ними один на один. Короче, это был вообще кринж полный. Нужно было на гринфоне отобразить, что ты школьников пиздишь. Там где-то видос есть, я вот не помню, как он называется. Дмитрий, спасибо. Вова. Как с тобой можно встретиться? Фух, что за вопрос? В смысле со мной встретиться? Я не встречаюсь. Ой, да что за хрень? Одно нажатие всегда было продолжение. Если он проиграет, то он съебется с Твича. Я, конечно, люблю близняшек. А мы тебя нет. Но сейчас, после этого сообщения, я даже не знаю, как реагировать. А еще я тут вспомнил, как эти девочки на битве геймеров читали свой рэп. И вообще начал сомневаться, что Крид даже хороший рэпер. Че?
это гениально, блядь. Крит, если не перечитаешь их в рэпе, то тебе придется съебываться из музыки. Да. Ай, меня же топчик, эко, флешки, кэмпитра... Я думаю, это он. Твич, кстати, не забанил Крида за запрещенное слово на П, потому что они просто думали, что он так представляется. Это началось от того, что ее фотки никто не сливает и решила сама их слить с фейка. Я в своем паблике перед каждым видосом прошу вас написать свои шутки, лучшие из которых попадут в видео. Ну, давайте посмотрим, что вышло. Мувики Азе похожи на его секс с тёлкой, больше 10 секунд не длятся. Тендерли пошла гулять в Адидасе, но вернулась домой только с двумя полосками. У братишкина настолько большая щель между зубов, что он может засунуть вебку в рот и стримить от первого лица. Это единственная, наверное, жесткая шутка, алё. А вот это мне зашло, кстати. А вот сейчас что-то обидно стало, кстати, попозже уже. Покраснел чуток. Мар сядет на верхнее кресло в баге, он нокнет своего водителя. Макрица не гей. Пизда тебе, чел. Один раз Рэйчел не настрелял 10к батов и проиграл игру. Когда Эвел... Мне нравятся люди, которые не могут букву В выговаривать. Это такие люди существуют. Понимаете, в чем прикол? И это, походу, Макривский, потому что... Мне нравится, как они букву В вот так сочетанием бахают. Смотрите. Пизда тебе, чел. Один раз Рэйчел не настрелял 10к батов и проиграл... Батоу! Поняли? Батоу. Игру. Когда Эвелон смотрит в зеркало, он говорит: ничего страшного, главное здоровье. У Эвелона настолько большой нос, что он может снюхать сразу 10 дорог. Посмейтесь, пожалуйста, а то он мне камеру на бласт не даст. Видос. Пиздец, блять. Слушайте, а вот сейчас мне стыдно стало, что я посмеялся вообще. Опять один раз нажал, что за. С Рэйчела выходит раз в 10к ботов. Ну, а на этом все пока что. Я надеюсь, вам понравилось, сразу обращусь к стримерам. Это шутки, не надо меня, пожалуйста, пиздить, это просто юмор. Ко всем нормам отношусь и больше так не буду. Если, конечно, тут не наберется 13к лайков. Блин, ну капец, походу второй выпуск еще ждать, блин, с этими шутками дурацкими. Вообще говно, только комментарии зарешали, честно скажу. Ну реально, комментарии больше всех, ну, смешнее оказались, честно.